23 сентября, пятница. Время дневных новостей. Что сейчас происходит в регионе, расскажу я, Алексей Приминин, и мои коллеги. Здравствуйте. Коротко о темах. Архангельская область отмечает 85-летний юбилей. Как подготовился к празднованию круглой даты аэропорт областной столицы? Информацию о частичной мобилизации в Поморье журналистам озвучил военный комиссар области. Резюме брифинга через несколько минут. В рамках профильной программы продолжаются капремонты медучреждений. Узнаем, как идут работы в южной части Архангельска. Сегодня большой юбилей празднует Архангельская область. Ей 85. Череда мероприятий началась задолго до праздничной даты и готовились к ней в том числе в аэропорту областной столицы. Вот какую картину там запечатлела наша камера. Уважаемые архангелогородцы и гости нашего города, 23 сентября Архангельская область отмечает 85-летний юбилей. Аэропорт Архангельск желает процветания и развития нашему региону. С самого утра всех гостей и жителей области встречают в аэропорту вот таким приветствием. Открытки из серии «Здесь начинается Арктика», чтобы еще раз напомнить о значении нашего региона в истории страны и пробудить самые теплые чувства, что есть в сердце каждого северянина. За что вот можно влюбиться в Архангельскую область? Или, может, за что вы ее любите лично? Ну, наверное, за древние наши поморские традиции, за добрых людей, за природу, которая хоть и не богата, может быть, какими-то красками, но она нам все равно родная, за это мы ее и любим. Это наша родина. Дорогая, любимая Архангельская область, поздравляем тебя с днем рождения, желаем здоровья, процветания. В канун юбилея области в аэропорту открылась выставка. Здесь можно увидеть различные уголки нашего региона. Это и Арктика, и Соловки, а еще вся производственная мощь, лесопромышленные комплексы и добыча алмазов. Эта выставка сделана совместно с архангельским фотографом Николаем Гернетом, который уже не один раз объехал Архангельскую область, и у него достаточно большое количество фотографий. Фотографии все очень уникальные и красивые. Фотоработы будут экспонироваться в здании аэровокзала до конца года. Александр Богданович, Светлана Михеевская, Регион 29. В рамках частичной мобилизации в Поморье планируется призвать не более 2% от числа военнообязанных, находящихся в запасе. Информацию журналистам озвучил военный комиссар области. Однако точную цифру Александр Севастей не назвал, это гостайна. Резюме брифинга для СМИ у моего коллеги Артемия Заварзина. В начале брифинга военный комиссар области развеял главный миф последних суток. Через портал госуслуг повестки не приходят. Его могут вручить непосредственно как сотрудник военкомата, так же и руководитель организации. Он назначается, опять же, аппарат усиления. Вот, а эти граждане будут разносить повестки. Они уже нас назначены, уже сегодняшнего дня приступили к работе. Предположим, повестка на руках. Журналисты поинтересовались, каков алгоритм действий дальше. Но он оказался типичным для всех призывных кампаний. В повестке написано время и место, куда он должен прибыть. Вот, соответственно, он расписывается на повестке. Ему дается повестка, и он в установленные сроки с установленными документами, которые там написаны. Он должен явиться к месту сбора. А сколько человек проделают этот путь? Военный комиссар области сообщил, что в рамках частичной мобилизации в Поморье планируется призвать не более 2% от общего числа военнообязанных, находящихся в запасе. Точную цифру Александр Севастей не назвал, это гостайна, но отметил. Ну, в первую очередь попадают граждане у нас первой категории, второй – это возраст в основном до 50 лет. Ну, в основном первые пойдут это те, кто ослужили нас и ослужили военную службу и закончили службу, например, по призыву или по окончании контракта первые 5 лет. В обязательном порядке в рамках частичной мобилизации подготовка призванных. В основном сейчас будут они отправляться у нас это в Санкт-Петербург, учебный центр, и будут отправляться в Печенгу, в мотострелковую бригаду, там, где они пройдут обучение. В медкомиссии предусмотрены, но по мобилизации, согласно федеральному закону, граждане будут призывать. Но если они будут изъявлять какие-то жалобы на состояние здоровья, конечно, они будут проходить через медкомиссию у нас. Первые команды для отправки будут сформированы к началу новой недели. Ограничения по выезду из города проживания или поездка в отпуск – все это лучше сверять с вашими данными в военкомате. Там дадут соответствующую справку в случае, если призыву вы не подлежите. А о том, в каком статусе и на каком довольствии будут находиться мобилизованные, в своем обращении еще вчера сказал президент.
Особо подчеркну, что граждане России, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Тем временем в Архангельской области запустили горячую линию по вопросам частичной мобилизации. Звонить нужно по номеру 122. Артемий Заварзин, Светлана Михеевская, регион 29. В регионе продолжаются капитальные ремонты зданий медучреждений, строительство новых объектов и поставка в них необходимого оборудования. Большая часть работ идет в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Сегодня она активно взялась и за южную часть Архангельска. Четвертая горбольница Архангельская, состояние которой вызывало множество нареканий у пациентов, наконец избавляется от бытовой неустроенности и готовится примерять новый ремонтный гардероб. Начала еще в том году. Тогда на здании поликлиники поменяли кровлю. Следом отремонтировали запасные выходы, установили новый теплоузел и, что еще важнее, закупили эндоскопическое и рентгеноборудование. И все это по программе модернизации первичного звена здравоохранения. В текущем году она добралась до третьего этажа поликлиники. Выделено порядка 36 миллионов рублей. На эти средства будет запланирована замена системы отопления, водоснабжения, канализация, вентиляция, архитектурные решения и ремонты кабинетов третьего этажа. Важно, что прием пациентов на период ремонта не приостановлен. Специалисты временно переехали в другие кабинеты. Текущую работу и планы больницы по обновлению накануне оценил Александр Герштанский. Исполняющий обязанности министра здравоохранения региона посулил медучреждению дополнительную поддержку. В рамках программы модернизации планируются дополнительные поставки оборудования. И в рамках регионального финансирования, думаю, что порядка 5 миллионов будет выделено именно на мебель и медицинское имущество. Явить пациентам и медикам полностью обновленный третий этаж поликлиники подрядчик обязуется в декабре. Напомним, что в целом на пятилетнюю программу модернизации первичного звена здравоохранения направляется свыше 6,5 миллиардов рублей. В основном средства идут на капремонты, строительство новых зданий медучреждений в разных уголках Архангельской области, а также на приобретение транспорта и оборудования. Алексей Карельский, Светлана Михеевская, регион 29. На этой неделе в Архангельске проходит семинар-совещание представителей сферы молодежной политики. Специалисты по взаимодействию с самой активной частью населения приехали в столицу Поморья со всего северо-запада. Что обсуждали, а главное зачем, выяснил Алексей Карельский. Эти люди – главные дорожники северо-запада страны. Ведь если молодым везде у нас дорога, то именно эти специалисты ее для них и прокладывают. Причем в десятках направлений. Я работаю начальником отдела молодежной политики района. Помогаю ребятам делать что? Самореализовываться, вести здоровый образ жизни, творчески развиваться, заниматься волонтерством. У нас есть подведомственное учреждение, которое помогает все это делать. Как делать еще больше и лучше? Ответ на этот вопрос ищут участники окружного семинара-совещания. Специалисты по работе с молодежью, общественники, активные и инициативные представители сферы культуры, спорта, бизнеса. А помогают им в этом кураторы из Федерального агентства по делам молодежи. Молодежь сегодня – это почти 40 миллионов человек. Мы должны делать привлекательные проекты для различных категорий. И в первую очередь, каким образом привлекать именно работающую молодежь возрастом 25-35. Потому что со студентами активно работаем, со школьниками активно. А вот с этой аудиторией, то есть мы начинаем развивать это направление. У нас есть уже проекты, которые сейчас этим занимаются. Но совместно с коллегами будем думать, как это масштабировать. А еще, как усовершенствовать форумные кампании, расширять возможности грантовой поддержки, качественно развивать волонтерскую и профориентационную работу. И что немаловажно, привести все это к общему знаменателю. В этом плане выбор Молодежного центра Архангельской области как площадки для семинара оправдан на все 100. Ведь его работу и инфраструктуру ставят в пример другим регионам. По такому стандарту, вот как наш молодежный центр, и разработал Росмолодежь стандарты для, например, построения таких центров, для создания их на других территориях. Да? И, по сути, то же самое касается и работы с молодежью. Росмолодежь нам поставила единые стандарты, и сегодня это тренд такой, для реализации молодежной политики на всей территории Российской Федерации. Семинар как раз и помогает специалистам выбрать наиболее эффективную траекторию работы с молодежью. Тем более, что среди задач, которые они решают, воспитание лидеров в самых различных сферах, которые будут определять будущее страны уже завтра. Алексей Карельский, Денис Линчевский, регион 29. Итоги дня в 19 часов ровно. Не прощаемся и ждем вас.